Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби», и у нас на очереди бонусная миссия «Йети». В этом уровне у нас будет основное задание – это собрать в течение всей миссии 5000 монет, ну и конечно же забрать чемоданчик у Йети. А нам не будут доступны никакие грибы, которые помогают нам собирать деньги в ночное время суток, и также нету подсолнуха. Но за нас игра подобрала уже два слота – это таблетка «Вирус» и «Плющ». Таблетка прокачана в Зенгардене, соответственно, как только зомби отведает ее, он уничтожается, и мы получаем монетки. В противном случае, если бы таблетка у нас не была выращена в Зенгардене, мы должны были бы в связке с вооружениями выбивать в прямом смысле этого слова с зомби деньги. Ну а так задача немножко упрощается. Начинается уровень, мы подобрали вооружение, и у нас есть следующий список. Есть молния, также арбуз, ледяной орех, потом банан и бомба вишня. Я думаю, что в течение всей миссии мы будем пользоваться максимум двумя, может быть, тремя вооружениями. А все остальные растения у нас будут в запасе. А нам хватит несколько рядов банана. В принципе, на это денег должно хватить. Предполагается, что мы должны собрать 5000 монет. Мы используем сейчас активную таблетку, которая подрывает зомби наверху, ну и будем также уничтожать могилы с помощью плеща. А все это нам в купе должно дать 5000, может быть даже больше. Ставим сейчас очередную таблетку на первой линии. Появляется вновь у нас могила. И получаем плент. Одной молнии, конечно же, недостаточно, но я думаю, что больше мы садить не будем. Молния у нас будет в единственном экземпляре в этой миссии. А посадили уже банан. И можем его использовать активно в бою. Хотя активно тут неправильное слово. К сожалению, банан очень долго восстанавливается, поэтому активно можно применять только тогда, когда есть несколько рядов. То, что я и планирую сделать. А мы сейчас взрываем большое количество могил с помощью бомбы вишни, и на второй линии появляется у нас маг, его надо срочно убрать, иначе наше вооружение будет превращаться в овец. Банан уже превратился, но ненадолго, как только мы убрали мага, сразу же магия исчезла. К нам сейчас идет очередная партия зомби, у нас уже есть в наличии 3 банана, и один из них мы направили на двух зомби. Могил очень много сейчас. Мы используем несколько плантов для банана, для того, чтобы убрать появившегося йети. Мы его убираем и получаем его чемоданчик. Вновь взрываем могилу с помощью бомбы вишни, и у нас уже на текущий момент почти 4000 монет. Осталось буквально немного. Еще есть достаточно времени до окончания миссии, но мы 100% тут наберем 5000. Могила постоянно появляется, у нас также есть еще таблетка, прокачанная в Зенгардене, так что особо проблем с деньгами у нас не должно возникнуть. Появляется несколько магов. Мы сейчас направляем банан на них, для того, чтобы их убрать. Они успели несколько бананов превратить в овец, но как только мы их убрали, сразу же магия исчезла. А так как у нас уже есть чуть больше, чем один ряд бананов, то парочку таких растений точно успевает возобновиться. Сейчас на третьей линии к нам идет босс. И будем его обрабатывать нашими бананами. С третьего раза наконец-то его убиваем. Появляется магия. Теперь надо перенаправить всю силу бананов на них. А на нас уже надвигается финальная волна. Мы в очередной раз получаем плант. А есть еще клоуны. Как-то я не заметил их.
А в целом вообще в этой миссии зомби как-то нас не беспокоит. Но это благодаря тому, что есть бананы. Их у нас много, поэтому как-то можно и не ждать, когда они восстановятся. А наконец-то проходим данную миссию, получаем деньги. И сейчас откроем чемоданчик Йети. Там наверняка будут деньги. А так оно и есть. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.